Ваня, мы продолжаем играть в Startup Company. В прошлой серии в конце я пообещал, что перестановочку сделаю небольшую. Это у меня тут была комната, которая почти не занята никакими людьми, и у нас не было места, куда ставить, в общем, людей. Сейчас я это все поменял, немножко расставил всех, как надо, как мне кажется. Так, тут у нас есть админы, тут разработчики, тут менеджеры, тут ведущие разработчики, тут будет техническая поддержка, тут у нас будут рекламники, маркетологи, блин, рекламники, тут дизайнера сидят, в общем. Я еще стол поставил, потому что сейчас я ищу еще одного менеджера по персоналу. Вообще надо еще одного менеджера по персоналу, вот они ищутся. Сейчас давайте еще одного посмотрим и еще одного обычного менеджера. А дальше уже посмотрим, что да как. Окей. И обычного менеджера. Опытного. Так, 125. Давайте посмотрим. 8200. Ну, в принципе, меня устраивает. Супер. Окей, ставим его сюда. Управление. Семичасовой день. А этот человек у нас кем управляет? Он управляет вот этими ребятами. У них там есть желание, чтоб... О, контракт 24, контракт 23. Так, давайте мы еще зайдем сюда. Начался новый финансовый год. Окей. Новый финансовый год. Так, 37 хостинг у нас вообще. О, кстати, мы можем установить новый фреймворк. Та-дам! Сколько это? Пух, минус 300 тысяч. Это увеличило наши расходы, но и доходы оно нам тоже увеличит, потому что мы можем добавлять еще новые три функции. Но давайте сначала мы вот это сделаем. Как вообще по времени? 122-140%. Мы намного-намного лучше уже делаем. Так, тут нам... Нам надо 2 миллиона, сколько, 200 делать? 10-18. 10 часов. Нам надо искать. 10-18, 2 миллиона 200, 2 миллиона. Ага, у нас 2 400 тут, окей. 1 600 000. В общем, нам надо какой-то контракт на 1 600 000, постойте. Только надо понять, какой это нам надо отменить контракт. Нам надо отменить контракт вот этот на 1 миллион. Все. И на 1 600 000 сделать. Так, у нас нету, да, на 1 600 800. На 1 200 000 есть плохой. На 1 000 000 есть плохой. На 2 миллиона, по-моему, вот этот нормально. Там, где меньше 6, я даже не рассматриваю. Так, давайте на 1 600 000. 1 500 000, 1 600 000. Как-то так. Так меня устроит. 110 тысяч. Это я не помню, куда мы искали. Восемьсот за шесть, 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 три, это мало, пять, это мало, четыре, это мало, четыре и пять, это мало, пять, это мало, пять и семь, это мало, четыре и два, это мало. Все ищем, сейчас, возможно, мы что-то найдем. На 1 700 000, дальше, что мне надо? Фреймворк я поменял, я могу улучшать функции. Не могу, потому что у меня не хватает разработки. Так, отлично. Давайте какую-то новую функцию введем. Как она... Может там
Это у нас сайт про что? Ага, я даже могу... Это игровой у нас сервис, да? Окей, игровой сервис. Так, основные функции. Офлайн контент. Доходные функции. Усовершенствование. Давайте основные функции. Это увеличить потенциальных пользователей. Окей, уже добавлено. Функции. Это нам не надо. Список товаров. Функции обмена или офлайн контента. Как думаете? Я думаю, что мы добавим себе функцию офлайн контента. И что нам это дало? А, она не включена пока что, да? Нам надо ее повышать. Уровень базы данных и модуль хранения. Это у нас могут открывать ведущие разработчики. По-моему, мне надо увеличивать штат ведущих разработчиков. Давайте наймем еще двоих. Так, я думаю, что мне нужно вот это немножко передвинуть. И двоих ведущих разработчиков. Так, кого я там? Менеджера, да? Давайте посмотрим, что нашли. О, прям 186. Супер. 8000. Это хорошо. Супер, менеджера нашли. Теперь будем искать ведущих разработчиков двух опытных. Это мы все убираем. Менеджера мы садим сюда. Такс, 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 такс. Давайте ему передадим вот этих людей. Два дизайнера и два свисадмина. Давайте создадим план. Два дизайнера, два сисадмина. Эти дизайнеры, как я помню, у нас занимались созданием вот таких вот штук. А сисадмины у нас делают все подряд. Все, что есть. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Вот. Нашли им занятия, в общем, буду делать все, что надо. Такс. Хорошо. Этому мы еще вот этого дадим. Выходные. Пока что у нас, кстати, никто не увольнялся, и это хорошо. Мы можем, кстати, отдать отсюда, сюда, и будет поровну. Отлично. Так, почему эти двое простаивают? Что они? Я понял, я не назначил. Почему ты простаиваешь? Не понял этого. Так, это у нас закончится на 1 700 000. Мы должны что-то найти прикольное. О, 1 700 000, ага. 3 бакса. 4 бакса. Два миллиона. О, 800. А, блин. 6 баксов за 100 000. Я сюда, наверное, тоже что-то искал. Ой-ой-ой. Кстати, что этот отчет? Конверсия. Это типа плохо? Давайте мы это все поудаляем. Сейчас будем с рекламой играться. Пока что у нас нормально так и реклама работает, только
Я ведущих разработчиков еще не нанял. То, что я хотел сделать. Так, 153. Рабочее место, окей, это у нас есть. Расширенный небольшой, 8000, 9 точнее. Предложить. Окей, и еще один. Одна точнее. 9000. И 9. Супер, двоих за 9000 нанял. Что делать им? Сейчас я вам скажу, что делать. Вот, берешь этого. Вот, берешь вот этого. Три ведущих разработчика. Пять ведущих разработчиков. Это мы удаляем. Пять ведущих разработчиков. Что они должны делать? Они должны делать все. Так, давайте мы посмотрим, что нам надо. Нам нужны наборы пользовательского интерфейса. Уровень базы данных и модуль хранения нам надо. Уровень базы данных и модуль хранения. Уровень базы данных и модуль хранения. Вот такие штуки нам надо делать. И уровень базы данных. И вот такие нам штуки надо делать. А внутренний компонент что? Ага. Блин, как же все становится еще сильнее запутано. Откуда ты берешь компонент базы данных? Кто делает компоненты базы данных вообще? Не знаю, кто их делает, я не вижу их. Ну, в общем, будем что-то делать. Окей. У нас пока что тут все остановилось. Один 47. Окей. А тут у нас что? 1.46. Это хорошо. Тут не хватает. Я не успеваю теперь уследить прям за всем, потому что у нас очень-очень много всего происходит. Так. Функции, фреймворки. Все, я потерялся в этих штуках. Так, сейчас я подумаю, что мне надо. Так, кого ты там ищешь? Хватит искать. Дело работает лучше. Угу, точно. Пять ведущих разработчиков. И, в принципе, я поставил, что им надо делать. Компонент файловой системы. А у нас нету компонента файловой системы. А кто их делает? Так, иконочка, диск такой. Компоненты файловой системы обычные разработчики должны делать. А кто ваш менеджер? Окей, вот ваш менеджер. Компоненты файловой системы вам надо тоже делать, кстати, ребят. Так что давайте погнали делать компоненты файловой системы. Окей. Это что у нас за временный интервал освободился? Так, 2500. Это у нас... Вот так. 11,18. 2 миллиона. Тут 2 миллиона 200. А тут у нас... 2 миллиона тоже. Окей. 2 миллиона. Так, давайте смотрим, что у нас. 5 и 10. 4. 4. 4, 34. Где-то я там видел 5 и 10. Вот это пока что возьмем. Но возьмем только на 5 дней.
Окей. Обсудить. Окей. 6,6 за 2 миллиона. Это вообще копейки. Смотрите, у меня тут вот 8,9 за 2 миллиона. 8,6 за 2 миллиона. А тут 8,4. А тут 6,6 за 2 миллиона. Короче, надо 2 миллиона искать. Нормальные. Тут от миллиона. Тут 100-110 тысяч ищет. О, вот 2 миллиона ищутся. Окей. Так, твит новый. Окей. Можно еще зарабатывать на всех вот этих вот. Как они называются? Вот на всех вот этих штуках. YouTube. Купить акции. 1. Давайте на 100 тысяч купим YouTube. Поглощение. То есть я зря это купил. Ну ладно, неважно. Такс. Назад. 1,47. Окей. 62. 62. 1,48. Хорошо. 37 тысяч нагрузка. А тут у нас 5 тысяч. Окей. Мне надо вот тот контракт поменять. Что у нас там? Сколько у нас? Всего двое человек свободных. Это нормально. Ну, типа не под менеджером. 97%. Мне надо улучшать функции. И 100. 88. Если я включу вот эту, у меня будет 56. Да. Ведущий разработчик внутренних модулей. Почему у нас никто не делает внутренние модули? 5 дизайнеров, 3 кодера, 2 сисадмина, 2 дизайнера и 2 сисадмина. Окей, 5 ведущих разработчиков. Что они там делают? Где они вообще? Дизайнер, разработчик, о, ведущий. Почему у нас нет внутренних модулей? Не понял. Окей. Все хорошо. Я начал спамывать на так, да, на целый офлайн-контент, и это просто... Ужас. Блин, ребят, это новый запуск, вы чё? Это вообще... Такс, мне надо... Список товаров. Мода, бизнес, развлечения, семья. Мужчина, это плохо, да? Конверсия 10%, а женщина список товаров, любой возраст, развлечения. Давайте посмотрим. Так, что ж, чтоб нам переехать в новый офис, сколько нам надо было денег? 1 миллион, да? Вот это что-то не весело. А сколько нам дадут за то, что мы выполним вот этот этап? Какой это этап у нас? Это у нас
1 миллион как раз таки дадут, и мы сможем переехать в новый офис. Поглотить хотя бы одного конкурента. Ух ты ж, ё-моё. Это жестко. Это очень жестко, блин. Почему я простаиваю? Не знаю. Что, мне нечем заняться? Так, блин, как летят эти? Ага, у нас контракт закончился. А почему? А почему мне никто ничего не сказал? На 2 миллиона 100 просмотров мы можем брать себе. 4, 5, 55. На 6 дней давайте. Окей. Так, а что у нас тут? 500 тысяч 400. У нас тут должно быть 1 миллион, да. И на 150 тысяч у нас тут есть, только нету человека, чтобы это делал. Нам нужен еще один. Как он называется? Менеджер по продажам. Я не знаю, почему я простаиваю, но мне нужен менеджер по продажам. Еще один. Мне какие-то, мне кажется, что я рекламу какую-то типа не очень продуктивную делаю. Ну да ладно. Научимся потом ее делать. Максимальный уровень функции 500. Чего? Дизайнеры? Вы что не создаете? Кто там управляет дизайнерами? Ага. Два дизайнера и два сисадмина. А что тут для дизайнеров поставлено? Давайте вот еще такие штуки делать. Угу. 2 миллиона максимум у нас человек. Не хватает. Сто процентов. Если я эту новую функцию введу, то это будет, конечно, плохо. 6%. Она. Надо ее сделать очень-очень новой и крутой. А старые надо тоже повышать, как бы, чтобы они не стояли. 64. Все, уже 1,5 на хостинг. Нагрузка. Ну, у нас тут запас большой, так что нормально. Потихонечку растем. Не так, как тут, конечно. Как я это был сделал? Я что-то там вообще крутое делал. О, кстати. 178%. Почти 8000. Есть. Так, мне нужен менеджер, который управляет всеми вот этими. А это исследователями, а это дизайнерами, а это... О, супер. Так, мне надо на 110 тысяч, по-моему, сюда. Или на сколько? На 140, да? Сейчас найдем 110 тысяч. За 4, 100 тысяч, 6, 45. О, супер. Подойдет.
Угу. 100 тысяч на 10 дней. Обсудить. 8,5. Супер. Окей. А тут у нас что? 2 200 2 200 2 2 2. Блин, тут вообще все идеально работает. Окей, продлить. Функции хостинг, функции найти, сотрудник, тут включено продлевание. Блин, сколько здесь кликать надо? Тут тоже включено продлевание. А тут у нас тут тоже включено продлевание. Супер! Вроде как у нас все работает. И даже неплохо работает, как мне кажется. Я знаю, что нам еще надо. Сейчас мы исследуем одну штуку, и будет очень круто. Ну и еще нам, конечно же, надо улучшать вот эти наши штучки. Но у нас что-то... Я думаю, нам надо еще 5 ведущих разработчиков. Я сейчас потрачусь, конечно, жестко. Ну или хотя бы 3 я возьму. И менеджера им возьму. Так, кого я там ищу? Это кто? Не, это нам не надо. Нам надо... Ведущие разработчики 3 штуки. Супер. И потом менеджера им найдем. Это хорошо. Так, а где эти, кстати, производственные планы смотреть? 5 дизайнеров, 5 ведущих, 3 кодера. 2 сисадмина, 2 дизайнера и 2 сисадмина. Ну окей. У нас тут всякие такие штуки есть. Так, ну все неплохо даже. О, мы можем открыть офис, вот эту штуку, и купить нам в офис. О, кто-то там хотел стол программиста, я точно не помню. Стол программиста, давай. Ага, то есть это как-то отдельно покупается, да? Да ну тебя! Куда тебя? Так, а ну подождите-ка. Вот этот чел, он хочет стол программиста. Этот стол занимает... Вот ты, да? Это ты? Вот чувак... На, радуйся. Смотрите, 4 экрана. Жесть, просто жесть. Это сюда уже не встанет, да? Блин, не хватает места. Ладно, сюда мы кого-то потом поставим. Так, а кто это кликает, если никого нету? А, есть. Новый твит, хорошо. Функции 1,5. Надо... Блин, нету. Так. 5% от нас хотят купить. За... И заплатить нам немножко хотят. Я не знаю, зачем мне это. Я и так не знаю. У меня дофигища денег. Куда их пока что влаживать на самом деле? 21 уровень. Круто. А это что? 1 000 000 за 6% мне дают. Очень крутое предложение, мне кажется. Я смогу сразу же переехать в новый офис. Или нанять очень много разработчиков и не переезжать в новый офис. Я и так их могу, в принципе, сейчас нанять. То, что я и делаю.
Ой. За 10 тысяч? Зачем, если я могу за 8700 его нанять? Один есть. Давай еще поищем. Угу. Так, вот такие вот он коробочки будет делать. Пока что. Блин, ну тут этот миллион мне хочется, но у меня достаточно пока что всего. Поэтому... Так, 133% чувака. Тоже берем. Супер. Давай тоже такие коробочки поделай. Так, 2 миллиона регистраций у нас максимум. Так, нам не хватает дизайнера, по-моему. Так, все, стоять. Нам менеджера надо найти. Опытного. 135. Ну ладно, вот этот самый. Это она. Почему у нее 9000, давай. Супер. 170% забираем за 8400. Окей, так, отменяем, переквалифицируемся в разработчика, ставим сюда вот этого. Что он должен делать? Вот это давай. Менеджера. Так, даем ему разработчиков. Окей, и даем ему план. Кстати, у них что по хотелкам? 7-часовой рабочий день, большой стол. А, кстати, да, 7... и кресло для отдыха. Сейчас мы это, в принципе, им устроим. Это что такое? 1 500 000, 8% доллар за процент. Я вообще не разбираюсь. Смотрите, сколько мне денег хотят дать. У меня и так этих денег, чтобы вы понимали. Нормально так. Тут все ок. Тут, блин, немножко... А, нет, все нормально. Тут у нас была что-то просядочка, но все нормально. Тут вообще мы уже опередили. Класс. Все работает как надо, ведущих программистов мы наняли. Что я еще хотел? А, в офис купить кресло для отдыха. Куда бы его? Надо его куда-то поставить. Вот сюда. Все хотели кресло. И маленький стол для совещаний. Окей. Белый книжный шкаф. А, он у нас вот там есть. Нам не надо. Так, у нас проблема. 65-й уровень. 66-й. Где все... Макетный. Блин, у нас дизайнеров. Мне кажется, у нас очень большая нехватка дизайнеров. 66-й, 66-й. Окей. Окей. Из-за того, что у нас очень много пользователей добавляется, я не успеваю. Можно даже рекламу выключить. Это вообще выключено. У нас только вот это включено. Но вообще, это вообще фигня. Так, куда бы денег потратить? Надо кого-то поглощать. Конкуренты у нас есть. О, смотрите, игровая платформа.
Ну, этого, по идее, надо поглощать. Давайте мы поглотим. Ну, давайте вот этого. Все. И что я сделал? Сколько у меня процентов? 1% я купил. Я не знаю. Я не понимаю, как это работает. Как это работает? Я тут что-то начудил, да? Что-то не то сделал. Как это вообще работает? Надо покупать побольше акций. Типа надо вложиться в него 3 миллиона акций. Я купил всего 20 тысяч. Ну, что-то типа этого, походу. Контракт 22, 24, 27, 23. Тут у нас все хорошо. Тут у нас все хорошо, тут у нас вообще все прекрасно. Тут нормально, тут все прекрасно. Ай, блин. Требования в смысле? Так, что тебе надо? Вот это и пользовательского интерфейса. Вот это, да? Такс, ну давайте. Что нам надо, чтобы делать вот набор пользовательского интерфейса? Нам макетный компонент и графический компонент. Чтобы сделать макетный компонент, потом графический компонент, потом мы делаем элемент пользовательского компонента, интерфейса. Ой-ой-ой, подождите. Я разбираюсь, а вы тут устроили. Такие две штуки мне надо сделать. То есть раз, два, вот так. Потом две штуки вот этого. И потом только вот это. Все. Теперь он будет автоматически делать вот такие штуки. И ему никогда ничего не понадобится. World Game под атакой. Так, смотрим. Ух ты. Плюс 15 000, да? Ну, пока что держится. Да уж. Можно отключить, кстати, сейчас рекламу. Чтоб нагрузка у нас была нормальная. Окей. Тут у нас отключена реклама. Такс. 80-89. Ну, пока что держится. Этот дизайн недостаточно плоский, говорит. Такс. Рабочее место выполнено. Тут тоже все выполнено. Большой стол для совещаний. Этого у нас нету.
Так, 43 года нам осталось. Так, все закончилось. 155 тысяч было. О, нормально так. Неплохо, неплохо, неплохо. Ага. Маркетолога нам надо улучшить. А где это? Ага. АБ-тест это где? А, нифига себе. Короче, я что-то загнул там. Так, нам надо повышать какие-нибудь функции, а то у нас не могут люди. Блин, дизайнеры, да что с вами такое? Что ты завис? Кто-то съел твои печеньки? Окей. Как-то так. Этот контролируется, этот у нас контролируется. Этот тоже, как я предполагаю, контролируется. Тут все контролируются, кроме нашего эксперта. Вот этого, да? Надо, короче, еще дизайнеров набирать, только куда их расширять? Там нету места. Давайте еще купим что-нибудь для дизайнеров. О, прикольно. Такс. Нифига, сколько у меня стенок. Ладно, пока что их оставлю, а вдруг я захочу еще построить что-нибудь. Такс. Рабочее место для экспертов. Мне надо как-то сюда это все поместить. Так вот. Так вот. Ой. Я могу еще. Не могу, да? Вообще никак. Плохо. Этот стол большой, он все портит. И сюда это не встает. Ладно, сейчас сюда закинем дизайнера. Я что вообще делал? Ага, понятно. Дизайнер. Опытный. Начать. Окей. Так, наши и так, как я понимаю, не справляются. 68, 69. Два 29 миллиона человек. Так, нам надо какие-то, я думаю, побольше рекламные кампании брать. И вообще что-то я заигрался. По-моему, нам пора заканчивать эту серию. Так, в общем, в следующей серии будем брать новые рекламные кампании, я думаю. И будем завершать на этом. С вами был я, Ваня. Если вам понравилось, обязательно ставим лайки, подписываемся. Всем пока.